такая народная веселуха. Это чтобы прогреться можно. Да, можно. Оу, привет! Привет! Какая неожиданная встреча. Вообще просто. Серёж! Готовы сжигать чучело? Чучело каждый час зажигается на обрядовой площади. Круто. Мне нужен телебик. Сереж! Сереж! Сережа! Сережа! Белка! Вон она! Белка! Вон белка! Вон! Белка! Белка вон! Вон белка! Все смотрите, вон белка! Белка — это та же крыса, только с красивым хвостом. Дошли до бабы. Сжигать ее будут в 7 часов. Вот, мы не попадаем. Ну, мы можем пока насладиться ей. Та-ра-та-та-та-ра-та-та. Не останавливайтесь. Ой, а Ксюша же у нас эксперт по народным танцам. Ну-ка, Ксюш, покажи, как надо. Пошли. Пошли, пошли, Анина. Пошли. Под кругу! Отстой! Рукой! Бараску! Кова! Моя очередь! Под кругу! Сашка, иди сюда. Был бы на красивый друг. Какой фантастик улом, сам все это делают. Я думаю, сейчас подкову сделают, нет?
новая технология. Нео, согни чая. Ложку. Представь, что ее не существует. Купи бабушке конусную пинту. Новые технологии. Это как зубочистка, надо запатентовать на самом деле себе в обиход. Очень удобно. Смотрите, вы просто берете вот эту вот замечательную ложку, окунаете ее в горячий чай. И ничего не происходит. Надя, ну а ты? У меня... О, Сергей Андреевич! Так. Максимилиан Анатольевич, прошу прощения. Иннокентий Смоктуновский. Ой. Знаешь, как она меня придумала? Название мне какое? Давай. Фуксимилиан Анатольевич Фрингосептов. Звучит почетно. Почетно. Почему Фрингосептов Фуксимилиан Анатольевич? Я думал, Фрингосептович. Да нет, ты же Анатольевич. Фрингосептов Анатолий. Это фамилия. Да просто... Жигитовка становится дисциплиной международных соревнований. А чемпионы перед вами. Красноморский центр казачьей жигитовки и конно-трюковая группа. Бабнов! Ох, как круто! Жигитовка! Коняшки сами прыгают, да? Они просто сидят сверху, они сами все делают. Они ими управляют. Пап, я не вижу. Устал. Пойдем туда. А у меня красный язык. Да. Ребята из группы Красноморский центр казачьей жигитовки. Жигитовка! Аплодируем ребятам! Чемпионов России! Чемпионов международных соревнований по казачьей жигитовке! Но наше пасхичное казачье гулянье продолжается! Мы еще раз... Ура! Шуми, масленица, шуми! Товарищи, коней, однажды, позори, четко! Наташа, где Ефим? Наташа! Я не хочу, чтобы меня снимали. Понятно. Ну еще, Вань, я только примерилась. Не, у меня такое панорамное видео. Возьми, у меня фото. Молодцы, молодцы. Даша, улыбайся. Ой-ой-ой, Маша. Куда-то мы заваливаемся. Готовы?